С наступлением тепла участились случаи пожаров на сельскохозяйственных полях. По данным службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, только за последние сутки было зарегистрировано больше десятка очагов возгорания. Поэтому работники службы призывают людей соблюдать правила безопасности и не поджигать сухую растительность и бытовые отходы. С наступлением весны участились случаи пожаров на сельскохозяйственных полях, в основном причиной которых является деятельность человека. Люди проводят работы и поджигают сухие растения. Все начинается с небольшого костра, который через какое-то время может превратиться в самый настоящий пожар из-за действия многих природных факторов, но прежде всего в результате безответственного поведения со стороны человека. Сельхозпроизводителями, а также владельцами земель проводятся беседы, инструктажи, а также разъясняется, как нужно себя вести в случае возникновения пожара. Ведь предупредить пожары на полях или же сократить последствия от возгорания можно в случае соблюдения простых правил пожарной безопасности. Весной случаи пожаров учащаются. В день у нас может быть от 40 до 80, на которые отправляются пожарные и спасатели. В прошлом году было и по 100 выездов в день по ликвидации пожара на полях. Поэтому мы рекомендуем воздержаться от открытого огня, особенно вблизи лесов, полей, и беречь природу. Спасатели рекомендуют оснастить технику и автомобили первичными средствами пожаротушения, а также оборудовать их исправными искрогасителями и отрегулированными системами питания, зажигания и смазки, и постараться не разводить открытых огней на полях. Соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать пожаров и причинения значительного материального ущерба. В первую очередь нужно быть внимательным к открытому огню, контролировать его, а при уходе обязательно потушить водой. Но все же не рекомендуется разжигать костер вблизи полей и лесов. Чтобы предотвратить катастрофическое развитие пожаров, необходимо как можно раньше обнаруживать и ликвидировать любые возгорания. В этом неоценимую помощь может оказать любой житель нашей страны. Поэтому в случае обнаружения пожара необходимо сразу же звонить по номеру 901 и дождаться пожарных.